Наш источник из шоу-бизнеса сообщил нам очень печальную и тревожную новость о нашей любимой российской певице Алсу. Сегодня в Подмосковье проходил большой концерт, посвященный молодежи. Туда, чтобы выступить, была приглашена наша любимая певица Алсу. К сожалению, на концерте она не появилась, и ее песен никто так и не услышал. Мы решили поговорить с организаторами концерта и уточнить, почему Алсу не явилась на концерт. Те только пожали плечами и сказали, что пока не владеют этой информацией. Уже чуть позже нам все-таки стало известно о том, что рано утром российской певице Алсу потребовалась медицинская помощь, и она сейчас находится в больнице. По всем данным, рано утром на кухне по своей личной неосторожности Алсу перевернула чайник с кипятком и ошпарила себе ноги. У нее на данный момент очень большие ожоги ног, и она находится в больнице. Информации пока больше никакой нету. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем надеяться, что с Алсу все будет хорошо. Давайте, дорогие зрители, поддержим Алсу. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, ведь мы каждое утро делаем для вас интересные новости из жизни звезд российского шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами и до скорых встреч!